Мы снова на канале Веселая семейка, и сегодня поговорим о том, как же лечить малыша, когда у него заболел животик. Каждая мамочка наверняка с этим сталкивалась, и с недавних пор столкнулись с этим и мы. У нас уже несколько дней у малыша болит животик, он жалуется на него, никаких иных симптомов у него не наблюдается, не температурит, вполне веселый, но постоянно мы ходим в туалет, нас слабит и делаем это не регулярно, а весьма хаотично и очень часто в день. Что же делать? Мы попробовали смекту. В принципе, смекта хорошо абсорбирует, но она не лечит. В аптеке нам порекомендовали приобрести нефуросемид. Если малыш жалуется на боли в животике, мы часто даем ему смекту. Смекта прекрасно абсорбирует, но не лечит. В аптеке нам порекомендовали средство нефуроксазид. Он как раз предназначен для деток, у которых присутствуют боли в области животика. Прекрасное противодиарейное средство. Его следует применять согласно указанной в инструкции дозировке. Итак, для малыша, которому 2,5 годика, именно столько нашему малышу сейчас, рекомендовано давать 4 раза по 2,5 мл. Для взрослых деток также 4 раза применяем это средство, но уже по 5 мл. Рекомендованный курс не более 7 дней. Объем бутылочки 90 мл. Производит его Житомир. Нефуроксазид представляет собой желтую густую суспензию с приятным вкусом. Детками прекрасно он воспринимается. Очень охотно его наш малыш сегодня выпил. Даже попросил добавочки, рассчитывая, что это какой-то такой коктейльчик. Уже немножечко лучше мы себя ощущаем. И я думаю, что уже к завтрашнему дню точно все как рукой снимет. В комплекте к препарату идет вот такой вот удобный колпачок, рассчитанный на то, чтобы здесь отмерять нужное количество суспензии. Дозировка идет от 2,5 до 20 мл. Нефуроксазид рекомендуют применять с 2-месячного возраста, то есть даже грудничкам прекрасно он подойдет. Прекрасно справляется с болью, также лечит животик. 5 мл суспензии содержит нефуроксазида 220 мг. 90 мл хранить в прохладном месте, естественно, недоступном для детей. Рекомендуют применять через равные промежутки времени и независимо от приема пищи. Не болейте никогда, будьте здоровыми. Если будет болеть животик, применяйте нефуроксазид, ВИШПА.